Опасный момент, и шайба в воротах. Евгений Ковыршин, он предыдущую встречу пропускал, хотя мы помним, что в Минске играл, и играл достаточно результативно, тоже вроде бывшей команды. А смотрите, что происходит. Залетает глупейшая шайба. В обороне хоккеист Немана. Снова Гомелю нужно начинать сначала. Но вот эти парни умеют придумать. Опа. Нестеров бросок и гол! Только сейчас шайбу удалось вывести из зоны, но недолго. Мартынов здесь. Классный и момент какой! И Никулин... всего произошло, в том числе и в первых периодах. А вот и может быть первый гол, да, и он залетает в ворота. Прием применяет игрок Шахтера, и здесь пошла уже контратака. Побежали гости, и выход 2-1, может быть, Феклистов, передача, и гол, 1-0, забрасывает, все-таки Роман Грикуненко. Бойка шайбы, Владислав, и как он тут обыгрывает, Егора Степанов. Успел Соломонов эту шайбу принять от Мельчакова и рассказать ему, что он не прав. В своей зоне опасно. Заломай гол! Суворов. Литвинов. Суворов, бросок Суворова, и 1-1! Дураков на Самсонова, здорово, и Самсонов забрасывает!